На встрече присутствовали и представители общественных объединений, готовых оказать посильную помощь сотрудникам МЧС в деле профилактики и предотвращения чрезвычайных ситуаций. В частности, в одном строю с профессиональными пожарными стояли члены добровольной пожарной дружины из совхоза имени Ленина, участники спортивных секций города Видное и казаки. Силы, средств МЧС, они есть и в наличии, а мы привлекаем к ним дополнительно общественцев. Общественцы в виде добровольных пожарных дружин, значит, спортсменов, молодежи, то есть всех тех, кто может помогать в случае какой-либо неблагоприятной ситуации. Необходимость этого мероприятия продиктована тем, что в Ленинском районе в предстоящие праздничные дни ожидается выезд жителей Москвы на свои приусадебные участки и в частный сектор. Как показывает практика, в связи с пониженной температурой использование открытого огня и электронагревательных приборов в это время повышается. Тем самым возрастает вероятность возникновения пожаров. Вся работа личного состава МЧС России, добровольцев и администрации будет направлена на жилой сектор, на частное домовладение и многоквартирные муниципальные жилые дома. Стараемся зайти в каждый дом, хотя бы во двор, проинструктировать, вручить листовку по мерам пожарной безопасности. На встрече сотрудники МЧС раздали собравшимся средства наглядной агитации, рассказали, каким образом взаимодействовать с гражданами, как поступать, если выявлены факты нарушения противопожарной безопасности. Для дальнейшей координации действий пожарных и общественников каждый день на протяжении всех праздников будут собираться совещания, на которых в том числе будут подводиться итоги проделанной работы.